14 самосвалов, грейдер, гидрокаток, экскаватор. Все трудятся на одно благое дело. Восстанавливают дорогу в сторону Борисовки, которую вначале паводка промыла водой. Отрезанными от большой земли тогда оказались такие территории, как Алексей-Никольская, Борисовская, Красноярская, Пуциловская и Пушкинская. На этих кадрах последние штрихи прокладывания жизненно важного пути. Акол для восстановления дороги в сторону Борисовки везли с различных муниципалитетов Приморья. На этом участке уже утрамбовано более 6000 кубометров скальника. Работы планировалось завершить раньше, однако глубина прорыва оказалась больше ожидаемого. Работы по сути начались с 15 числа, но заготовка материала началась еще раньше. Проблема появилась в том, что под уровнем воды яма оказалась намного глубже, то есть оказалась больше 6 метров глубиной. Глава округа Евгений Корж лично контролировал восстановление дороги в сторону Борисовки, ежедневно выезжая на место. Пока на этом участке планируется реверсивное движение по одной полосе. На месте будут дежурить сотрудники ГИБДД. Работники Примавтодора продолжат восстанавливать полотно до 2 полос. Для этого понадобится еще порядка 10 тысяч кубометров акола.